Ну вот я в Бруклине, в кафе. Тут пицца, много всего интересного. Встретил человека. Представьтесь, как вас зовут? Меня зовут Азиз. Всем привет, у меня грин-карт. А, по грин-карте. Да. Выиграли? Да. Понятно. Лотерея «Грин-карт DV-2022». Долгожданный старт. Онлайн-регистрация для участия в лотерее «Грин-карт-2022» уже началась. Заполнить анкету можно с 7 октября по 10 ноября 2020 года, а проверить с мая по июнь 2021. Помните, сам процесс регистрации бесплатный. Вы самостоятельно делаете это на сайте лотереи на английском языке. Потратиться все же немного придется. Но это будут официальные расходы победителя, претендента на ПМЖ в США, на справки, медкомиссию, консульский сбор за грин-карт и саму визу в паспорте. Розыгрыш грин-карт состоится в следующем году. Возможно, вам повезет, и вы будете в числе победителей. Кыргызстан, Узбекистан, Украина, Российская Федерация, Казахстан, Таджикистан не исключены из списка участников. Страны представлены на официальном сайте ведомства. Два главных условия, которым обязаны соответствовать все участники. Родиться в стране участницы лотереи. Участвуют все страны постсоветского пространства. Иметь оконченное среднее образование или 2 года трудового стажа в течение последних 5 лет по специальности, которая требует 2-летнего профессионального обучения. Если у вас нет среднего образования, то есть вы не окончили среднюю школу, вы можете доказать трудовой стаж. Подскажем как, если выиграете. К анкете нельзя прикреплять никаких дополнительных документов. Все, что необходимо, вы покажете консульскому работнику во время интервью на получение иммиграционной визы. Если вы не сможете доказать наличие среднего образования или опыта работы, ваша анкета будет дисквалифицирована даже после выигрыша. Будьте бдительны. Включайте в анкету своих нынешних супругов, даже если не живете вместе, и детей до 21 года. Каждый из супругов может заполнить анкету отдельно. Шансы на выигрыш у семьи вырастут вдвое. Фотография для анкеты должна быть сделана в течение 6 месяцев перед подачей анкеты. На ней вы должны выглядеть так, как выглядите именно сейчас. После заполнения и отправки анкеты вы получите номер заявки. Терять или забывать его не рекомендуется, хотя, конечно, можно восстановить. Заполнять анкету можно только на сайте www.dvlottery.state.gov. В течение этого месяца в нашей группе мы будем периодически давать инструкцию по заполнению анкеты. Также мы можем помочь вам индивидуально, за деньги. Однако, ничего сложного нет, и вы однозначно справитесь сами. Всем удачи в эмиграции и выигрыша! А здесь откуда приехали и сколько в Америке? Я из Узбекистана, из Ташкента. Уже 6 месяцев в Америке. Понятно. Нравится? Ну да, пока привыкаем. Не жалуюсь, в принципе. Нормально все. Понятно. И работа интересная? Очень. Очень много интересного. Много научного. Сколько зарабатываете? Приблизительно 3000 в месяц. О, классно. А что бы передали для тех, кто сейчас в Узбекистане и хотел бы тоже переехать сюда, в Нью-Йорк и остаться здесь? Ну, не знаю, там. Тот, кто придет, языку научится, много интересного. Особенно рекомендую, кто хочет придет учиться. Здесь хорошая колледжа, хороший университет. А вы уже поступили? Да. Нет. Планируете? В будущем планирую. Понятно. Там это все международные, самые классные, самые престижные университеты, мне кажется. А сюда по какой визе въезжали? По туристической? Нет, у меня грин-карт. А, по грин-карте. Да. Выиграли? Да.